Что же такое кредитный кооператив, Гарант Капитал Кредит? Ну, во-первых, он работает со мной, а это очень хорошо, потому что я, честно говоря, ставлю приличные ценники, и только умные люди работают. Потому как прежде чем что-то вам рассказать, я продемонстрирую, накопаю, найду и вам покажу, что это необходимо. И где вам необходимо хранить свои деньги. Потому как хранить деньги в банках – это неправильно. Представляете, да, там проценты такие весьма низкие. Вот. Хранить деньги в других местах. А сколько их? Есть Челябинск, есть Москва, есть… как это называется? То, что рядышком с нами находится, Башкирия в том числе. Вот. Вы им можете отдать свои деньги, так вот они вас могут кинуть. Кредитный кооператив Гранд Капитал Кредит вас не кинет, да? Кредитный кооператив вместе с вами зарабатывает вам деньги. Вам, конечно, тут не пишут огромное количество процентов, как в отдельных кредитных кооперативах, то, что 160, такого вообще в принципе не может быть. То есть я даже этого не понимаю. А вот то, что нужно, то есть 23% до миллиона и 26% свыше миллиона. Как сюда приехать очень просто, труда 21. Кредитный кооператив Гранд Капитал Кредит. Заходите, вам тут все объясняют, и вы дальше работаете. Вот ведь какая штука может случиться. И неисповедимы пути Господни. С возрастом меняется человек. И то, что вам не приходило в голову, может то и случиться. А зная природу человеческую, тем более. По сути, вам надо понять, что к пределу 40 лет необходимы другие усилия. А если вы еще и не болеете, но сумма-то нужна, нам очень нужен смысл. А смысла без денег-то нет. И это к сожалению. Деньги могут понадобиться и когда свадьба, и когда необходимо увеличение жилья и сыну, и дочке, и, извините, на похороны. И не каждый в раз может вам денежки отдать. А вот кредитный кооператив Гранд Капитал Кредит может это сделать для вас, и это делается легко. При этом вы получите свои проценты. Я так понимаю, вы принимаете вклады, но такое же часто случается, что у человека может быть и день рождения, и свадьба, и юбилей, ну и иногда и похороны. Естественным образом они задают вопрос, если деньги вложили сюда, то можно ли потом их также взять? Конечно. Во-первых, все вклады у нас, они существует ежемесячное снятие начисленных процентов. То есть вы каждый месяц можете приходить и снимать. Но в случае, если вам понадобилась какая-то определенная сумма, и она превышает вашу ежемесячную компенсацию, вы приходите, пишете заявление в течение 20 банковских дней, но, как правило, это случается раньше, мы вам выдаем ту нужную вам сумму. То есть вообще никаких проблем нету, да? И я бы сказал вот так вот, потому что есть люди, которые не пенсионные, у которых люди, у которых есть денежки. Потому что, обращаясь к вам, вы, во-первых, получаете нормальный доход, больше, чем в банках, и, во-вторых, можете эти деньги всегда снять. Конечно, да, только так. И вот так, и это правильный, это Магнитогорский кредитный кооператив. Я, конечно, понимаю, что за сумму большую вы можете прослюнявить свое дело на всех каналах. Но кто для вас запишет интервью? Кто просто вместе с вами поймет, как это делается? Как делается все правильно? Ну кто, а? А никого-то и нет. А мы писали, а мы вам объясняли суть кредитного кооператива. И вы, в принципе, поняли одно. Есть один только в городе Магнитогорский правильный кооператив. Да потому что пришлых-то много, и пришлые понимают значение стального сердца Родины. Пришлые хотят выкачать ваши деньги. А вот только один есть, и имя ему Магнитогорский кредитный кооператив. Гранд Капитал Кредит. И, конечно, бы всем хотелось, чтобы я показал тех людей, которые заключили кредитный договор с кредитным кооперативом Гранд Капитал Кредит. Но не получается, потому что есть такие вещи. То есть, если человек не хочет, мы его и не можем снять. Вот. Но, тем не менее, сюда постоянно приходят, здесь постоянно вам дарят что-то. И кредитный кооператив выдает вам нормальные денежки под нормальные проценты. То есть, до миллиона рублей 23, свыше 26%. Придите, посмотрите. Вообще, что такое кредитный кооператив? Это хорошая штука. Дело в том, что кредитных кооперативов не может быть слишком много, потому что, ну, с севера сюда люди-то и не потянутся, потому что это труда 21. Да, представляете, весь город проехать можно. То есть людей здесь не так уж и много. Вот. Есть ли кооперативы рядышком со мной? Наверное, есть, но они со мной не работают, потому что с
ценники мы ставим, а по такие ценники они не подписываются. Но кредитный кооператив Grand Capital Credit подписался. И мы вместе с вами объясняем всем тем, как заработать замечательные деньги. А найти место-то достаточно легко и просто. Труда 21. Мимо вот этого штендера не пройдете, а он вам показывает, как действует кредитный кооператив Grand Capital Credit.